Приветствую вас, дорогие умны. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на огонек, и что вы опять со мной. Большое вам спасибо за это. Большое-большое спасибо, друзья. Сегодня хочу вам представить краткий прогноз на март месяц, то есть какие основные события вас ожидают в этом осеннем периоде. Это общий прогноз, не забывайте об этом. Ну а за личным прогнозом милости прошу к моему шалашу. Пишите мне или на электронку, или на страничку ВКонтакте. Небольшое объявление, друзья мои, ну типа совета. Не забывайте сверять события в этом прогнозе с прогнозируемыми событиями в годовых прогнозах для вашего знака на 2019 год. Для каждой сферы у меня есть выпуски годовых прогнозов на страничке моего канала. Ну, а теперь давайте вернемся к нашему раскладу. Итак, 4 у нас позиции. Начнем с основного фона месяца. Здесь у нас выпала девятка чаш. Глядя на эту карту, хочется сказать, друзья мои, месяц удался. Ну, возможно, будет у вас повод, что отпраздновать. Или личные достижения, победу, или вы чего-то добьетесь, получите свое заветное что-то, долгожданное. Это может касаться и любви, и деловой сферы, и финансовой. Ну, давайте поподробнее рассмотрим. Какие же основные события ожидают в любовной сфере? Здесь у нас выпала карта влюбленная. Карта любви, дорогие мои. Возможно, вам наконец-то ответят взаимностью. Или вы встретите свою новую любовь. Или ваш партнер в этом месяце проявит себя, ну, во всем блеске. Окружит вас любовью, лаской, заботой. А у кого-то из вас забудутся обиды, и наступит мир и гармония в отношениях. Кто-то сделает окончательный свой выбор между двумя партнерами или решит, что дальше делать. Продолжать отношения или лучше разорвать. И не исключено, что вот для решения этого вопроса вам понадобится арбитр, то есть кто-то третий. И этот третий поможет вам распутать клубок этой проблемы. Вот такая интересная карта влюбленная у нас выпала. Идем дальше. Основные события в сфере работы бизнеса. Здесь у нас выпала карта маг. Ваш девиз, друзья мои, в этом месяце — я все могу. Ну и еще добавлю: вижу цель, не вижу препятствий. Хороший девиз, правда? И это действительно так. Вы все можете. Вы так обставите свои дела, что как по мановению волшебной палочки у вас будут удачно, извините, у вас будут удачно складываться дела и на работе, и в бизнесе. И найдется работа, кто ищет, такая, какая вам была нужна. В общем, друзья мои, все будет крутиться вокруг вас, работать на вас. И для этого найдутся все необходимые ресурсы. И нужная информация, и финансы, и нужные связи. И вообще обстоятельства будут складываться именно в вашу пользу. Но это все не просто так. Да-да, дорогие мои. А все благодаря вашему обаянию, харизме, коммуникабельности, ну и чего греха таить, и способности манипулировать нужными вами людьми, да, есть и такое. Далее у нас основные события в финансовой сфере. Здесь выпал туз пентаклей. У вас, друзья мои, появятся отличные шансы увеличить доходы, увеличить зарплату, сделать запасы и вообще порешать какие-то финансовые проблемы. Вот посмотрите на рисунки. Эта дама держит целую связку ключей. Это ключи ваших финансовых возможностей.
Об этом карта вам прямую говорит. Используйте эти шансы, используйте. И я думаю, что вы будете довольны. Вот такой краткий прогноз дали вам карты Таро 78 дверей. Я же желаю вам, друзья мои, пусть все хорошее сбудется у вас в этом месяце. И даже больше. Так что всех благ вам, дорогие мои. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале.